Надо купить нам древесного угля для изготовления жареного мяса. Мы сейчас вот здесь его, конечно же, купим. Ну, чтобы сильно не напрягать продавцов в плане межязыковых взаимодействий. Потому что слово уголь, нахуй, ну, оно трудно произносится, блядь, иностранцам так, чтобы тайцы понимали. На тайском языке я имею в виду. Я, конечно, мог бы им их написать, блядь, сказать, они бы мне показали. Но гораздо интереснее прогуляться здесь и поискать уголь самому. Вот сачки, блядь, для ловли то ли рыб, то ли бабочек. Вот и бродим по этому большому магазину в поисках мешочка с углем древесным. И, конечно же, он будет рано или поздно найден. Так-то они здесь и живут. Пойдем, блядь, посмотрим, в каком углу, блядь, они спрятали уголь. Вон он, блядь. В изобилии, блядь. Это разновидности мангалов. Ну, по крайней мере, вот эта хуйня хотя бы на мангал похожа. А вот эта хуйня нихуя на мангал не похожа, но это охуенный мангал. Такую хуйню, блядь, 10-килограммовую некоторые туристы даже везут домой. Ну. Ну, а это, собственно, то, что нам нужно, это уголь. Он стоит батов, наверное, 20, рублей 40. Ну, килограмм здесь по-любому есть, нахуй. Даже, наверное, блядь, полтора. Катушки, блядь, для удочек. Грузила. На пули похоже.90 рублей 94 95. Взяли меня, блядь, за 1,5 килограмма этого угля. Рожик, нахуй, входит в эту стоимость. Осталось только, блядь, с ними расплатиться. Сейчас сделал такие два хабат микро. Рублями. Ну вот, это рожи для угля. Это всякие другие предметы. Платочки. Ложечки. Ногтегрызки. За хуйней, по-моему, блядь, надо мазать. Ебало.
плечики. Какие-то насосы, блядь. Всякие разные тросы, блядь. Классные журналы. 60 рублей, ну, 65 рублей стоит. Ох, блядь. Всякие разные виды прокладок, кошельков, брит, нож, ниток. Если вы думаете, что это теннисные ракетки, нет, это средство для убийства насекомых. Жестокие электрические средства для убийства живых существ. Даже с фонариком, с подсветкой. Так вот, блядь, и обручи нахуй. На жопе крутить с отягощениями. Спасательные жилеты. Thank you.